Есть плюсы жизни без женщин, а есть ли минусы? И в качестве плюсов этот мужчина указывает следующие. Плюсы жизни без женщины. Спокойствие, меньше расходов, нет тревог, нет нарушения личного пространства, нет ссор. Уважаемый гость форума. Плюсы жизни без мужчин точно такие же. Серьезно, если разбирать этот вопрос безэмоционально, ну, по функциям вот так разложить, действительно, каждому человеку удобнее жить в одиночестве. Не притираться с кем-то, не находить компромиссы. Это тяжело, на самом деле тяжело. И нам, женщинам, тоже с вами тяжело, поверьте. Но так или иначе и мужчины, и женщины стремятся создавать пары. Почему? Почему вы заводите щенка или кошечку заводите? Почему вы заводите? Что, от щенка прям куча плюсов, что ли? Щенок вынуждает вас рано вставать по утрам, гулять с ним, покупать корм, покупать расчесочки, какие-то там поводки, лечить его. Ну, то есть, понимаете, мы вводим в свою жизнь щенка, там, мужчину, женщину, ребенка, неважно, какого-то персонажа, и мы понимаем, что сейчас вместе с этим персонажем в нашу жизнь придут какие-то неурядицы, проблемы небольшие или большие. Но мы готовы к ним, потому что они полностью перекрываются тем состоянием счастья, которое мы испытываем рядом вот с этим мужчиной, или с ребенком, или с женщиной, или со щенком, понимаете? Вот, а когда мужик чувствует себя глубоко несчастным рядом с женщиной, вот тогда он начинает высчитывать плюсы, минусы, равно, все вот эти вот технические параметры жизни с женщиной. Вот и все, вот и все. Интернет для женщин, Woman.ru.